Кузяка, куда пошел? Без очереди. Ты что, дедушка, дуло залепи. Как, ты что, как разговариваешь? Вы что молчите, мужики, вы что? Ну, скажите ему что-нибудь, где твою часка? Говорите ему, скажите что-нибудь. А мы говорили ему уже сегодня. Хлыздуны. Ну вот, а говорят, Бога нет. Да, ну что, регулировщик, где твой жезл? Где надо жезл? Понятно. Крайний кто? Присаживайтесь, за мной будете. Спасибо, я постою. Следующий. Да присаживайтесь, в ногах-то правды нет, чё. Следующий. Ну иди уже, тебе же нужнее, чё. Свисток в ботинок упал. Жезл у рукав закатился. Ну. 15 минут приема не будет, доктору проржаться надо. А у тебя что это с кумполом-то? Что случилось? Да нормально все, нормально, дед. А то сидишь в празднике, думаешь, голову ломаешь, чем заняться? А тут добрые люди, на тебе в жбан. Все, все праздники сидишь, ощупываешь, ах, хорошо. Коллега, я вас уверяю, уникальный случай. Он сам позвонил, сказал зайти. А ты что, дедушка, что случилось? Да я это сына жду. А что, он работает? Не-не-не, он такой тоже бузяка у меня. Каждый год под Новый год сюда попадает. Вот кашу ему наживал. Сам-то не сможет. Очень смешно. Товарищ доктор, да. А я этот страховой полис потерял где-то. Можно меня без страховой полис? Да, потерял. У кошки заболи. У собачки заболи. А ты, как тебя зовут? Сережа. А ты, Сережа, ищи страховой полис. Ага, хорошо. Не помогут, то есть? Ну так. Это, вы не знаете, как на китайских пиротехников в суд подать? А что это, взорвалась что-то у тебя в морду? Петарда какая-то? Это не. Это мы в фанты играли. И говорят, а что этому фанту сделать? А пускай мордой в костер прыгнет. Ну, такие глупые задания в этом году вообще ужасно просто вообще. Глупый суд. А что тогда на китайских пиротехниках в суд подавать? Я тебе говорю, мы в фанты играли. Говорят, а этому фанту что сделать? А пускай на китайских пиротехников в суд подаст. И тупые задания в этом году, я просто поражаюсь вообще. Да это в травмопункт чего приперся тогда? Да вон палец застрял в бутылке. Так ты эту бутылку разбей, иди домой, что. Коньяк, иксов, в дьюти-фри купленный, да я тебе сейчас. Пускай мне палец отрежут, я потом протолкну ее. Все. Следующий. Ну я как? Вот тут. Бывает-то. Здрасте. Здрасте. Что случилось, красавица? Муж на Новый год пластическую операцию подарил. Вот губу себе сделала. А корсет зачем? Ну, силиконом переборщили, шею не держит. Что дальше будешь делать? Да хочу штырь железный в спину вставить, чтоб когда грудь сделаю, не сломаться. Здорово. При себе все.
всегда держите йод, зеленку, перекись. А не то без вас пройдет следующая перепись. Переломы, растяжения, синяки и просто боль. Вот подарков сколько дарит Дед Мороз и алкоголь. Гимн детского садика «Солнышко» и... Чем хуже кредитная история, тем интереснее человек. Добрый вечер, в эфире программа «Спорт за неделю». А сегодня у нас в гостях человек, который успел сделать... так дайте рекламу. Что значит «не придет»? Ну ищите кого-нибудь другого тогда. Что? Человек, который спасает эфиры, постоянно врет. Ну ладно, давайте разберемся, не таких обламывали. Здравствуйте. Здравствуйте, это вы, да? Нет. Да. Соврал, да. Ничего, разберемся. Так, ну что же, представьтесь, пожалуйста, кто вы. А где я? Программа «Спорт за неделю». Ну, я олимпийский чемпион по синхронному плаванию среди женщин. Александр Карелин. Александр Карелин. Ну да. Соврали, да, вы сейчас? Я никогда не вру. Никогда не врете. Так, мы сейчас проверим. Так, Николь Кидман — это кто? Это я. Ну ведь она же женщина. Нет. А кто? Ну, конькобежец. Конькобежец. Ну, я все понял. Вы, значит, Николь Кидман, конькобежец, да? Ну, я-то понятно кто. А вы кто такой? Вы знаете, я в таком случае Эдита Пьеха. Смотрите. Так я сразу понял. Вот, видите. Чего звала? А так просто потрещать. Потрещать? Потрещать, у нас эфир бесплатный. Давай потрещим. Да, давай. Давайте потрещим. Кошку мою знаешь? Кошку вашу? Нет, не знаю. Хочешь, покажу? Покажите, конечно. Хватит гадить везде, хватит гадить везде. Что ты мне? Убирайся со стола. Что это такое? До свидания. Как до свидания? Нет, я же еще всего много могу. Я умею исполнять любое желание. Вот вы что-нибудь хотите? Да. Что? Знаете, я хочу очень-очень-очень много денег. Вот тебе за жадность. Слушайте. Я еще умею быть фокусником. Здорово. Вот хотите, я вас сейчас сделаю лысым? Лысым? Да. Я вам не верю. Не верите? Нет. Смотрите. Давайте. Раз, два, три. Вы лысый. Да вы что делаете? Вы что, сдурели что ли вообще? Не-не, а сейчас сделаю лысым и голубым. Раз. Не надо мне никем больше делать. Я вам верю. Верите? Верю. Давайте танцевать. Я не буду с вами танцевать. Что, не умеете танцевать? Нет, не умею. Раз. Я умею танцевать. Умею. Давайте танцевать. Хорошо. Повторяйте за мной. Показывайте движения ваши.
Пап, а мы сегодня будем есть что-то, кроме штанов? В садике поешь. Пошли. Я не хочу в садик. Надо идти в садик, это твоя работа. Андрей Борисович, здравствуйте. 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 Не жмите руку. Вы сегодня самые первые у нас. Здравствуйте. Ну, да, давайте. Вот, пожалуйста, Алешенька. Да. У него сопельки, посмотрите, пожалуйста. Ну, конечно. Смотреть сопельки, это у меня самое любимое занятие по утрам, конечно. Так, ну что, кто же у нас еще? О, здравствуйте, 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 здравствуйте. Ой, я надеюсь, Мишенька не писится у нас сегодня, как в прошлый раз. Но если он не услышит, как вы со своими строителями по телефону разговариваете, то не описывается. А что ты разговаривала, подумаешь? Оштрафовал на 10 тысяч долларов, подумаешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня Леночку попозже заберу, хорошо? Это Леночка? Да, у вас это не поняла. Что? Ой! Это чё ж я в мусорный бак-то выкинул? Леночка! Доча! Лена! Ох ты! Максим Николаевич! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! 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 Как дела? Как дела, Максим Николаевич? Все нормально! Все по-прежнему! Ага. Ну, я пойду, а то у меня сегодня жена рожает. Я так понимаю, аллергия на латекс не прошла? Проходите, проходите, проходите. Все, пока, 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 пока. Пока, товарищи родители. Родители, пока. Встретимся вечером. Да. Ну что, дети, проживем еще один день. В нашей счастливой стране. Проживем до 18:00, если кто-то выживет еще. Я лично буду наблюдать за вами и смотреть, как вы стареете на 8 часов каждый день. Если сейчас кто-то не скажет про спину, я сейчас разозлюсь очень сильно. Тетя Аля, а у вас вся спина белая. Это потому, что я из-за вас, краедов, уже 3 года в Сочи не была. Это во-первых. А во-вторых, никакая вам не тетя Аля, а Альтруида Альгердовна. Если сейчас хоть один человек в моем имени и фамилии сделает ошибку, сгною у логопеда. Итак, как меня зовут? Альтруида Альгердовна. Да я не дождусь никого, что ли, сегодня. А можно мы пойдем гулять на детскую площадку, а не на лесечную? Дети, ну что вы забыли на детской площадке? Там сквозняк насекомый, тем более помнете какой-нибудь 600-й Мерседес, не дай бог. Как я потом на мятом Мерседесе поеду на конференцию «Будущее наших детей в биодобавках». Сейчас выучили слова нашего гимна «Солнышко»? Да! Все поем, кто сделает хоть одну ошибку, сгною у логопеда! Жду! Итак, дорогие друзья, гимн детского садика «Солнышко» и... Без особых причин. Ну! Воспитал ты их
со мной! Так, дети, молодцы, сейчас все идем на автобусную остановку стрелять Альтруиди Альгердовны сигареты. Кто будет собирать без ментола с гною логопеда? Быстро все побежали вот туда! Туда, сказал я, господи, боже мой! Бать, ну хорош мне нотации читать, ну ты чё? Я 15 лет нигде не работаю. 15 лет! У меня новый крузак, у меня трёшка в центре города. Кто мне это всё дал? Соседи, что ли? Нет, Дедушка Мороз точно есть. Тамара, мне кажется, пора уже нашему Ваньке рассказать, что Дед Мороза не существует. Толь, не рано. Вспомни себя маленьким. Как ты радовался, когда Дедушка Мороз приходил. А Ванечка-то наш как радуется. Каждый раз ведь для него как праздник. Я больше не могу, Тамара. Вот он придет, и я сегодня же все ему расскажу. Мам, пап, привет. Ванечка. Привет, сынок. С Новым годом. Мать, с Новым годом. Ванечка. Слушай, ну у вас гетто здесь вообще. Крузак негде поставить. Садись, Ванечка. А? Я тебе супчик сварила. Очень хорошо, что супчик. Плохо, что без мяса. А я сейчас за мясом к соседям сбегаю. Ваня, а? Ты уже взрослый. Так. Почти самостоятельный мужчина. Понимаешь, все чудеса, которые происходят с человеком, делают люди, которые его любят. Бать, ну хорош мне нотации читать. Ну ты чё? Я 15 лет нигде не работаю. 15 лет! У меня новый крузак, у меня трёшка в центре города. Кто мне это всё дал? Соседи, что ли? Нет, Дедушка Мороз точно есть. Фух. Мать, ну я не буду улыбку есть, отдай кошке. Нет, давай я съем. Слушайте, я в этом году такое заказал. Ванечка, Ванечка, ты, главное, не волнуйся. Да я вообще не парюсь, мать. Я вообще живу вообще припеваючи. В этом году ничего не планируем на январь, хорошо? Поедем на Средиземное море, будем на собственном катере гонять, а? Папаня, давай! Что, почки? Почка. Разберемся. Разберемся с твоей почкой. Пойду воды попью. На колонку. Бать, ну ты куда? Бать! Мам, ну куда он опять пошел? Ну, ё-моё! Ванечка, папа тебя очень любит. Он столько делает для тебя, Ванечка. Да понятно. Ну куда он опять уходит в самый ответственный момент, а? Ну вот он ни разу Дедушку Мороза не видел, поэтому он в него не верит. Здравствуйте! Новым годом, Ваня! Ну? Здравствуй, Дедушка Мороз! Борода из ваты. Ты мне катер приволок на подводных крыльях? Конечно, Ваня! Вот, держи документы на яхту! Спасибо! А? Не понял. Я же это, американца заказывал, это, бомбардир, а тут что, Уфимка? Ну, мы со Снегурочкой по сусекам поскребли, чем богаты. Ванечка, дедушка тебя очень любит. Да чё-то не видно. В прошлом году коттедж заказал. Какую-то баню подогнал мне. Побойся бога, Ваня, какая баня? Дача? Хорошо я её садоводу какому-то втюхал за полцены, блин. 15 лет строил. Ай, съездил на Канары на выходные. Толя! Толь! Толь, ты это здорово придумал, что Дед Мороз умирает. Я ничего не придумал. Сердце прихватило. Толь, надо скорую вызвать. Не надо. Я хочу на его глазах сдохнуть. Но перед смертью я ему все-таки скажу. Ваня, Дед Мороза нет. Дед Мороз, это я. О. Батя. Это что, мой батя Дед Мороз? Мать, ты знала? Нет, Вань.
Толь, ты что, Дед Мороз? Ага. Алло! Да! Да не может быть! 3700! А, вот это подарочек на Новый год! Батя, ты дедушка? Нет! Я не дедушка, я твой отец, Ванька! Ты не понял, я стал отцом, а ты дедушкой! Да ладно. Счастье-то какое! Господи, Ваня, ну, примеряй! Принимай эстафету, Ванька! Давай! О, вроде отмучились, мать! Чего? Чего это вы? Поздравляю с рождением сына! У меня дочь. Ага! Ну ты точно попал, Ванька! Я дочь! И сидели бабушки с нами, бабы Наташи и бабы Ани, бабы Даши и бабы Томы. Потому что родителей не было дома, родители были на работе, все в делах и все в заботе. Бабушки с нами водились одни, чтоб мы стали хорошими людьми. Помнишь, я тогда шутку для уральских пельменей? Я как-то папу спросила, говорю, пап, а ты, говорю, который раз смотришь вот эту передачу? Он говорит, второй, после четвертого повтора. Вот поэтому. Ну, сейчас к деду присоединилась и к нам наша пятилетняя дочь. Она просто фанат, и иногда я ее застукиваю за просмотром уральских пельменей и обнаруживаю вот по смеху, если вот такой вот какой-то смех такой, какой-то даже немножко странный. Значит, где-то Ника смотрит уральские пельмени. Ну а сейчас лирическая песня про бабушек. Песня будет, наверное, интересна моему поколению, поколению чуть старше, младше. В общем, всем тем людям, с которыми водились наши бабушки. Когда с бабушкой ты оставался вдвоем, у ней не было другого дела, чем забота только о внуке своем, и нет той заботе предела. Им казалось, всегда мы голодные, они пекли блины и оладушки, толкли нам картофельное пюре, любимые наши бабушки. И кормить тебя бесконечно могли, очень радовались, когда ты ел. Ну а если ты уже кушать не мог, конечно, считали, что ты заболел. Обнаружить в комоде можно у них какую-то редкость музейную, и какое же счастье покрутить машинку у бабушки швейную. Тебя отпускала она гулять, под шубу надев две кофточки, лицо закутав теплым шарфом, пододев под брюки колготочки. И сидели бабушки с нами, бабы Наташи и бабы Ани, бабы Даши и бабы Томы. Потому что родителей не было дома, родители были на работе, все в делах и все в заботе. Бабушки с нами водились одни, чтоб мы стали хорошими людьми. Ах, какая перина у бабушки, как спалось на перине по ночам. Там из сказок, что мы читали с ней, герои во сне приходили к нам. Наигравшись с вязальными спицами, мушкетерам приятно засыпать, а еще наслаждение по ковру из коробки пуговки рассыпать. В нашей жизни присутствуют тоже они, и пюре, и блины, и оладушки, и перины присутствуют, видим мы сны, но они не такие без бабушки. И сидели бабушки с нами, бабы Наташи и бабы Ани,
бабы Даши и бабы Томы. Потому что родителей не было дома, родители были на работе, все в делах и все в заботе. Бабушки с нами водились одни, чтоб мы стали хорошими людьми. И мы стали хорошими людьми. Спасибо. О, Борисыч, привет. Здорово. Ты откуда такой? Да вон своего со стоянки тащу. Я тоже своего со стоянки везу домой. Не, у меня, понимаешь, я что его тащу-то? Если его в машине он сядет, то все, машину всю блокирует просто. У меня такая же ерунда. Нельзя оставлять одного в машине. В двери заблокируют, и все, не попадешь. Два раза стекло уже разбивал. Два раза разбивал? Да ты че? У меня тоже капризничает иногда, хотя вроде бы и не русский. Не русский? Ну, в принципе. А у меня отечественный. Вот, стопудово сам делал. Да. Че, прямо своими руками, что ли? Ну, не совсем, конечно. Помогал немного так-то, да. А я это вчера крутил своего. Крутил. Чувствую, сдох. Я тоже своего недавно вертел. Чуть не сдох вообще. Тяжелый, зараза. Я понял, почему, на самом деле. Я просто прикурить дал. И все это. Курить даешь уже? Я если увижу, кто-то прикуривает, убью обоих вообще. Не, ну это правильно вообще-то. Ты слушай, ты коробку своего хранишь? Коробку? Ну да, это сапоги я недавно купил. Да? А мы, знаешь, что мы решили это со своей, посоветовались, решили второго завести. Второго? А зачем второго-то? Да пущай этот сначала сдохнет. Ну, с таким отношением он у вас долго не протянет. Ладно, давай, я пошел. Пока. Ну, давай. Слышь, Борисович, ну, если вы насчет второго надумаете, я этого-то заберу у вас по дешевке. Договоримся? Не, мы как-нибудь сами там это. Маньяк какой-то вообще. Пошли. Слушай, прикольно, я тоже своего так вот в детскую шубу буду заворачивать, чтобы не остывал. Да, блин. Ой, Боря. Боря, что ты со мной делаешь? Ай, Боря! Вот! Вот он настоящий! Чтобы мужу не получать в бубен, жена должна получить шубу.
Борис Мартынович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. И как на работу намылились? В консерваторию экзамен принимать. Конечно, конечно. А где же ваш друг, милейший Тит Мартынович? Что-то задерживается. Я его уже один раз за смертью посылал, так он сразу две привел. Я не такой, я быстрый. Я вот в армию пошел, взял 500 рублей. К обеду дембельнулся. А Светка моя еще быстрее. Не дождалась меня. Повесился. Кто повесился? Я такой быстрый, что когда анекдот про Колобка рассказываю, сразу конец говорю. Коллега! Здравствуйте, коллега. Вы такой быстрый, но мы, между прочим, уже опаздываем на экзамен. Давайте уже поторопимся, коллега. Пойдемте. Да, извините нас, пожалуйста, да, извините. Да, конечно, конечно. Пойдемте. Конечно. Пойдемте. Боже мой. Человек, вы сегодня у нас, да, сдаете экзамен? Да, я. Выпускной, да? Что будете играть? Я приготовил Вивальди «Времена года, весна». Ага, ну давайте, давайте. Да. Давайте уже закрывайте эту хрень, берите нормальный инструмент. У нас все-таки кафедра бубна. Вернемся к коллегам. Давайте. Вивальди, «Времена года, весна». Скажите, коллега? Ну что я скажу? Я думаю, что русский бубен на грани коллапса. Если после 5 лет обучения мы имеем вот это. Я переволновался. Можно еще раз? Ну, я особо не вижу смысла. Ну давайте, давайте Вивальди, еще раз попробуем. Вивальди, «Времена года, весна». Мы прекрасно слышим. У нас абсолютный слух, между прочим. Мы преподаватели бубна. Давайте. Весна. То что вы делаете, что вы играете, в конце концов? Что это такое, в конце концов? Вивальди, «Времена года, весна». Борис, успокойтесь. Ну, мой коллега несколько такой эмоционален, но у вас фундаментальные ошибки абсолютно. Вы что, не знаете, что ли? Во-первых, вы не в той тональности играете, да, коллега? Во-вторых, вы переход с адажио на аллегро сделали в 8 тактах, надо в 6 уже. Вот же написано конкретно. Да. Ну и потом, почему в миноре эта пьеса? Вот, надо же в мажоре играть. Что? Надо повнимательнее как-то. Да. Давайте еще раз. Вивальди, «Времена года, весна». Ну вы стойте! Это же бубен! Это бубен! А не какая-нибудь фортепиано! Я по нотам. Ну что по нотам, по нотам? 5 лет вы учились играть по нотам, что ли, молодой человек? Музыка должна проникать в каждую клеточку вашего тела. Это же Вивальди, «Времена года, весна». Вот же. Слышите? Да. Разница, да? Да. Вот она, весна. Реки вскрылись. Разлив, маленький зайчишка мокрый стоит на пеньке, с тоской смотрит на другой берег и понимает, что он никогда больше не увидит свою зайчиху. Вот, слышите? Аромат, черемуха цветет. А вы что делаете? Вот тупо по нотам мы вот так вот играем. Давайте еще раз как-то. Соберитесь, я не знаю. Вивальди. Кто? Давайте. «Времена года, весна».
Да, конечно, я понял, в чем ошибка. Стойте! Вы же работаете одной кистью. Да. Вы работаете одной кистью. Да. Ну, бубнец, он же как боксер. Удар начинается с ноги. Вот нога пошла, толчок, вот через корпус пошла, вот через плечо, и вот он удар пошел. И вот он удар, и дальше добиваешь. Боря, 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 ну спокойно. Ну что ты? Так, я не знаю, ну что вы? Я не знаю. Что вы? Ну че, ну Боря. Извините, кто преподаватель у вас был? Кто? Да вы бубните, вы же бубнист, но! Щапелев! Конечно! Щапелев! Понятно, кто! Понятно же было сразу. Этот Щапелев, этот, я не знаю, что я себе сделал. Помните, коллега, я в 70-м году растерзал его просто на страницах журнала «Советский бубен». Помните мою статью? Разгромную. Написал псевдонаучную статью о пользе бубенчиков, этот Щапелев. Извините, мы прервались. Может быть, что-то еще покажете? Да, еще. Я приготовил шнитки «Смерть Арлекино». Бубен? Замахнулись на шнитке? Хорошо, раскрывается там бубен. Да, да, да. Ну, давай, читай. Шнитки «Смерть Арлекино». Да что у вас там, болт, что ли, вылетел, я не понимаю. Коллега, посмотрите, конечно. О, боже мой, ну что вы делаете? Ну это же хлеб ваш будущий. Как вы относитесь к инструменту? Повнимательнее надо, я не знаю. Не настроено у вас вообще, не знаю. Настраивать надо инструменты хоть иногда. Давайте еще раз. Давайте. Шнитке «Смерть Арлекино». Давайте уже. Атаки, толчок! Корпусом работай, корпусом! Ну где крещендо? Крещендо дайте нам, ну! Дыхание, за дыханием следи! Что такое, ну? Ну вы стой, что такое? Что сик-сик-сик-сик-сик? Что-то сик-сик-сик-сик-сик? Это Арлекино! Смерть Арлекино в шнитке! Трагедия! А ты сик-сик-сик вкусно! Какой-то рэп нам тут даете, я не знаю еще. А нам мне трагедию надо, а ты сик-сик-сик, дай мне трагедию! Боря, 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 успокойся, Боря, сядь. Сядь, Боря, пожалуйста. Успокойся, Боря, сядь. Иди сюда, мальчик. Боренька, покажи молодому человеку, как должен звучать настоящий Арлекино. Я тебя прошу. Вот для меня, Боря, пожалуйста. Ну, ну пожалуйста, Боря. Пожалуйста, Боря. Пожалуйста. А вы послушайте, между прочим. Ой, Боря. Ой, Боря. Ой, Боря, что ты со мной делаешь? Ай, Боря! Вот! Вот он настоящий Арлекино. Слышите? Да. Трагедия! Вот она! Драма! История! Вот. Арлекино привели связанного герцога. Он говорит, это не я убил кардинала! Принцесса, я люблю тебя! Ему кинжалом раз по горлу! Я хвори тебя! Вот. Слышите? Трагедия! Боря! Боря, так и не освоил его, скатился до этого фортепиано, до этой попсы. Вивальди, времена года, весна. Все, хватит! Сдали, все, идите. Идите. Боже мой, Горник, что я тебе приготовил, ты сейчас обалдеешь. Что? Ты сейчас обалдеешь, я тебе приготовил, потому что это называется сюрприз, Боря. Слушай. Чак Берри! Это же Чак Берри! Золотой век бубна, Лос-Анджелес! 38-й год, боже мой! Что делает? Это кисть, боже мой, западный побережье! Простите, господа! Я тут случайно шел мимо. Это что, Чак Берри? Золотая серия. 38-й год, Лос-Анджелес. А вы что, молодой человек, увлекались бубном, что ли? Пытался. Не дался он мне. Сейчас на гитаре пою. На гитаре? То есть как Моцарт? Тоже хлыст, да? Ну, ничего, ничего. Давайте, может быть, послушаем все-таки. Нам
товарищ что-нибудь споет? На гитаре. На гитаре? Какая может быть гитара в этом бубнохраме? Дай сюда! Играйте. Да, давайте. Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоской снова одна. А у мальчишки есть стиль. Ну, не, конечно, не Чак Берри, но все-таки, да. Девушка Прасковья из Подмосковья за занавескою плачет у окна. А теперь с Чаком Берри. Девушка Прасковья из Подмосковья за занавескою плачет у окна. Женюсь я. Юлька, иди сюда. Опа-на. Вот цаца моя новая. Здрасте, дорогой, вот твой зайчик. Я ж просил утку. Утки не было, был только зайчик, но котик. Дура, за это и люблю. Вкусно. Угу. Очень вкусно. Самогон классный. Но самогоноварение — это не работа, ребята, это хобби. Мы же этому болтузу работу должны найти. Думаем, семья, думаем. О, смотри. Правительство РФ решило увеличить зарплату бюджетникам и пенсию пенсионерам аж на 3,6%. Вот куда мне сейчас девать эти 18 рублей? Поздравляю, господа бюджетники. Мальдивы стали ближе на 200 метров к вам, да. А, сынок, смотри, как там все налаживается у бюджетников. Может, тебе в бюджетники? А, сына, может, как мама, а? Не-не, я рожать не буду. Да не, причем рожать? Доктором, как мама, а? Дедов уж лечить, а то мать не справляется, она стоматолог, ему психиатр нужен, понимаешь? Так а что его лечить? Ему через 2 года не врач нужен будет, а плотник. Что такое? Мне через 2 года нужен будет тамада. В каком смысле? Женюсь я. Юлька, иди сюда. Опа-на. Вот цаца моя новая. Здрасте, дорогой, вот твой зайчик. Я ж просил утку. Утки не было, был только зайчик, но котик. Дура, за это и люблю. Подожди, как женишься? А почему через 2 года? Так ей только через 2 года 18 будет. Сейчас под статьей хожу. Ну ладно, Юлия, нашего-то деда я понимаю. Вам-то какой резон? Вы не поверите, но деньги... Нет, деньги — это хорошо. А при чем здесь наш дед? Ну как при чем? Он же у вас олигарх. Да, я справку видела. Ошиблись, не олигарх, олигофрен. Ну так это разве не одно и то же? Я ж говорю, дура. Ну, во. Явка. А сами-то вы, Юля, кем работаете? Я домохозяйка, воспитываю шпица. Мне ваш дед квартиру купил. Да. Дед, это что такое? Мы тебе кредит брали, коленный сустав оперировать. А он что-то расходился. Здорово, здорово, соседи. Здорово. Привет. Здорово. Сынок, может быть, ты как дядя Толя? Стриптизером? Как, он же пожарный. Когда пожарный,
Когда полицейские, что закажут? Я тебе долг принес. А, ну так давай. Я же стриптизер. Деньги в трусах. Будешь доставать? Прощаю. Давайте я достану. Сиди ты, господи. Я же говорил, дура. Добрый вечер. Участковый Трямкин. Здрасте. А что случилось? Ну-ка, брысь отсюда. Папа! Я уже 28 лет, как твой папа. Ну-ка, брысь отсюда. Как 28? Обманула. Связался со старухой. Вези меня. Сына, а может вот, как дядя полицейский, мам, представляешь, каждый месяц деда сможешь на 15 суток садить, а то он заколебал, малолеток водит и водит. Ну что, надоело? Не знаю. Да что значит не знаю? Сам-то кем хочешь быть? Я хочу всю жизнь языком молоть и ничего не делать. Ну и где такая работа? Где? Шоу «Уральские пельмени».